Приветствую вас, и да, можно сделать так, чтобы не влияло, ну вот не было влияния на ваше состояние, вот, так сделать можно, ну, вполне легко так можно сделать, вот. Для этого, в общем-то, главное, что нужно, это только то, что, чтобы вы не зависели эмоционально от других людей. Вот. То есть, условно говоря, чтобы вы делали только то, что вам, например, ну, нравится, только то, что вам интересно, только то, что вам, ну, подходит, вот, и так далее. То есть вот тут, в принципе, такая позиция мне, по крайней мере, видится. И то, что у вас ее нет, этой позиции, ну вот, как раз-таки, на мой взгляд, и является основной бедой и проблемой вашей. То есть вы сейчас слишком много уделяете, значит, внимание другим людям. Вот. А нужно уделять внимание больше именно себе. Вот. И ориентироваться в общении с другими людьми нужно тоже на себя, а не на других людей. И тут можно говорить о том, что вы, ну, недостаточно, например, уверенный в себе человек. Можно говорить об этом здесь, что вы недостаточно уверенный в себе человек, и именно по этой причине люди на вас влияют таким вот образом. Вот. Соответственно, нужно выделить, в чем конкретно люди на вас влияют, нужно выделить, как люди на вас влияют, нужно выделить, что конкретно вас задевает, вот, и отсюда проследить определенные ваши качества, определенные ваши, ну, представления о себе, может быть, вот, определенные ваши взгляды на себя, вот. И, соответственно, выработать к ним, ко всему этому отношению, которое сейчас у вас нет, а? То есть, либо вы это принимаете до конца и полностью все, либо вы это не принимаете до конца и полностью, либо вы это не принимаете. И, значит, ну решаете, да, что-то менять, решаете, ну, условно говоря, что-то делать, например, вот. То есть, ну, просто вот решает что-то делать, да, и все, вот, то есть это, ну, это вот примерно такая история, это примерно такой момент. И мне думается, что именно так можно вам
для начала ответить. То есть тут важно на самом деле все. Здесь важно все. Здесь важно важна цель, для чего вы общаетесь с людьми, да, здесь важно значение для вас общения с людьми. Вот. Здесь важно то, как вы себя позиционируете в общении с людьми, опять же. Вот. То есть все эти вещи, все эти моменты, они очень важны для вас, да? И, соответственно, именно на это нужно обратить внимание. Вот. Когда вы станете более уверены в себе, когда вы, возможно, перестанете проецировать, то есть переносить на других людей свое собственное обвинение, да, самой себя пока что, как вы думаете, на других, да, и когда вы более аутентично будете воспринимать взаимодействие. На мой взгляд, именно тогда вам, в принципе, будет легче общаться с людьми. Вот. С другой стороны, объективно, если общение с людьми, да, с каким-нибудь, с кем угодно, да, если общение с людьми, вам неприятно, вот, как бы, то такое общение лучше прекратить, безусловно. Угу. Вот и все. То есть, бывает, бывает такая история, да, бывает такая история, что просто с людьми неприятно общаться. Они не соответствуют тем представлениям, об общении, которое есть у вас. Вот. С такими людьми нужно, конечно, общаться перестать. Вот. Но не потому, что вас задевают, на самом деле, а просто потому, что вы считаете для себя такое общение неприемлемым. Вот. Это разные вещи. То есть не нужно пытаться заставить себя общаться со всеми подряд. Вот. Понимаете? А чтобы настроение не портилось, нужно быть более уверенным в себе, человеком. И все. Я думаю, так. На этом можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.